государство маленькое, но амбитное. Народ гордый и красивый, и монеты у них тоже своеобразные, красивые и, надо сказать, увесистые. Не то, что у некоторых. Как всегда, справка короткая. Один доллар, не доллар, а толлар, славянской старой монетной единицы денежного знака и монет, содержал в себе 100 стотинов. 50 ларов, изображенный Ставросом, тут мы имеем, и 20 попадается. С 2007 года Словения приняла евро как первое государство из тех новых принятых в Унию Европейскую в 2004 году из тех 10 государств. Ну и потом уже вся валюта словенская была выпускаема, даже с какими-то словенскими датами памяти новой денежной единицы евро. Словенцы любят изображать на своих монетах животных. В данном случае бык Таврус. И, можно сказать, аист, хорошая птица. А что не изобразили на десяти? Отличная монета. Ну а вот на пяти они изобразили хвах. Монеты Словении. Они отличаются тем, что они, как и белорусские зайчики, любят изображать животных. Таврус, бык. Или на... Однако тут изобразили герб Словении. Вот уже кто-то там на конячке едет, стратер, на двадцатнику уже. Ист, хорошая птица.